Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. К звездам. Недалекое будущее. Несколько лет назад человечество запустило программу поиска внеземной жизни, проект Лима, во главе которой стоял капитан Клиффорд Макбрайт. Последний сигнал экспедиции был зафиксирован в районе Нептуна, и с тех пор о ее судьбе ничего не было известно. Человек на Луне. Судьба любит смельчаков, а Нил Армстронг однозначно принадлежит к их числу. Весь мир знает его имя, но мало кому известно, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества. Салют-7. Космическая станция Салют-7, находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Время первых. 60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США, бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди выход человека в открытый космос. За 2 недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет, и пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство. Пожалуйста, приготовьтесь. Молодая женщина, страдающая аутизмом, сбегает от сиделки, чтобы подать свою рукопись на конкурс писателей. Весь этот мир. Что если ты не можешь коснуться ни единого предмета из внешнего мира? Тебе не сделать ни единого глотка свежего воздуха, и ни один лучик солнца не согреет твоего лица, а соседский мальчишка никогда не поцелует тебя. Невероятная история любви Мэдди. Умной, любознательной 18-летней девушки с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома, и Олли, ее соседа, который не позволит этому помешать им. Пассажиры. Действие разворачивается в будущем на космическом корабле, который перевозит колонистов на отдаленную планету. Из-за сбоя в системе главный герой выходит из гиперсна на 90 лет раньше до положенного срока. Прибытие. Неожиданное появление неопознанных летающих объектов в разных точках планеты повергает мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны. Вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошенными гостями. Скрытые фигуры. Команда афроамериканок проводит для НАСА ряд математических вычислений, необходимых для запуска первой космической миссии.
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!